Добро пожаловать, господа, с вами снова Рима. Сегодня у нас очередная серия City Skylines. В прошлой серии, к сожалению, я записал вот такую вот необычную серию. В общем, я сделал дирижабли. Ну, почему-то у меня серия сломалась. Я не знаю, звук там отставал. Я ее быстренько скрыл и удалил. И, к сожалению, перезаписано то, что я записывал, я удалил с компа. Да, и получилось удалил с этого. Короче, в общем, я ее перезаписываю. В прошлой серии, что я сделал, которую вы не видели, многие из вас, это дирижабли. Да, вот они, кстати, летают вовсю. Вот они. Как раз мы с ним, к ним и вернемся в этой серии. Также у нас есть кое-какие проблемы с водопроводом. Подожди, стоп. А что за проблема-то с водопроводом? Минуточку. К ним не поступает электроэнергия? Да ладно. Так, восстанавливаем. Да, были грозы. Впрочем, как обычно, как всегда. Сейчас посмотрим. Они, по идее, сейчас должны вот-вот заработать. Так. Ой, как хорошо. Все, подсоединили, присоединили. Надеваем шлемы. Всем вам приятного просмотра. Так, нам надо еще, походу, парочку построить. Вот мы можем... Нет, сюда не встанет, да? Давайте, на всякий случай, еще одну водокачечку сделаем. Во, смотрите, дирижабль как поехал. Смотрите, ребят, просто красотища. Невероятное зрелище, да? А дирижабли как работают? Вот ставишь остановки, здесь остановку, там остановку. И соединяешь их такими путями. Смотрите, видите, как пути расходятся. И вот они по этим путям начинают летать. Можно было сделать и чтобы они летали через город весь, да? Ну ладно. Так, комплекс у нас первоочищен. Делаем его. А в этой серии мы будем еще делать, скорее всего, метро. Выход в море у нас не такой уж прям хороший, поэтому... Хотя, стоп. У нас скоро будет повышение города. Да, скоро будет столица. 32 тысячи жителей. После этого сможем купить дополнительную ячейку. Для новых земель. Кстати, вот там вот что-то происходит. Так. А, да, еще надо еще сделать вокзалы. Вокзалы это обязательно. Смотрите, ребят, конечная станция, конечные железнодорожные станции с 12 платформами, да? Каждой платформе подведены отдельные рельсовые пути. На ней пассажиры могут легко пересаживаться на другие маршруты. То есть это, по всей видимости, на будущее, чтобы делать пересадочки всякие и прочие, да? Так, многопутевая станция, железнодорожная станция с 12 платформами. Каждой платформе подведены отдельные рельсовые пути. На станции пассажиры могут легко пересаживаться с другого маршрута на другой. Нам пока, мне кажется, рано этим заниматься. Нам надо просто простую железнодорожную станцию поставить. Например, как вокзал, привокзальная. В общем, эти районы, я думаю, вам всем известны. Поэтому вокзалы и привокзальные, я думаю, имеет смысл поставить вот прямо вот здесь вот. Вот как раз это место прям вот говорит, вот возьми меня. Хотя, стоп. Здесь у нас горные места, и, по всей видимости, это дело не встанет нормально. А вот здесь вот оно встанет. Смотрите, какие пробки у Римасенка. Это такие пробки могут быть только у Римаса. Больше ни у кого. Так, вокзалы, вокзалы. Блин, выравнивать эту хрень тоже не получится. Вот здесь вот вокзал построить прямо возле центра города. А он здесь встанет, интересно? Да, он здесь встанет. Слушайте, давайте сюда и поставим. Почему бы и нет? Hi, I'm Greg. Hi. Меня зовут Римас. Я батя Ютуба. Римас, какой ты батя Ютуба? Слезь с Ютуба, да? Так, ладно. В общем, вот такой вот у нас будет вокзалище, господа. Я думаю, многим понравится. Да, очень многим понравилось то, что я построил сюда вокзал. Несмотря на то, что этот вокзал сильно шумит. Ну да ладно. Самое главное, чтобы мы его построили, да? Так, двухсторонние. Блин, тоннель не хочется делать. Я все-таки сделал, наверное, вот такой вот мост. Железнодорожный мост. Слушайте, здесь у нас ячейки не хватает. Да, не хватает ячейки. Мост, 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 мост. Может поближе сделать? Вот сюда? Вот сюда можешь сделать? Так, вот. О, у нас столица. Мы можем, в принципе, рассчитаться со всеми долгами. В прошлой серии, кстати, я в такие большие долги влез.
друзья. Поэтому сейчас самое время взять и закрыть эти гребаные долги. Вот так вот. Два долга мы Ротшильдом оплатили. Еще один остался, средний кредит. Так, ну нам надо, я хотел просто вывести железнодорожную пути вот сюда, вот в эту сторону. Ай, блин, неправильно. Гребаное радио. Дай мне нормальную музыку. Так. Наверное. Да что ты будешь делать? Не могу нормально поставить. Так, ладно. Угол, угол, все так, это не трогаем. Ну что, нам придется пока что вот так вот временно сделать. Потому что у нас не хватает реально всего этого дела. Давайте тогда. Ровненько поставим. Железную дорогу. Где у нас тут ближайшая линия стоит? Находится. Вот здесь вот, да, находится линия. Вот она. Мы ее можем соединить с этой линией. Так, ну что ж. Хорошо. Отлично. Теперь делаем прямую линию. Прямая линия здесь не получится, потому что здесь у нас есть небольшой подъем, да? Он нам... А, даст, отлично. Дал. Так. Отличненько. И уходит прямо вот в эту сторону. Ух, какая линия, смотрите, ребята. Пока что у нас получается. Так, здесь у нас по всей видимости подъем будет. Склон, говорит, слишком крутой. Че, придется тоннель делать? Недостаточно денег, склон слишком крутой. А, у нас просто тупо денег недостаточно. Блин, ну ладно, давайте подождем немного. Нифига себе, я, кажется, много... А, вот она что, из-за этого, смотрите. Здесь мы у нас мост построили. Когда мы мост строим автоматически, да, у нас заканчиваются деньги. Нужно просто немного подождать, пока не соберутся налоги очередные. 16 тысяч нам надо, да? Хрен с этими кредитами. Мы же все равно, да, в плюсе. Тем более я записываю. Так, мы вроде бы даже ничего не снесли. Все, ребят, мы сделали это. Мы это сделали. О, у нас тут затоп пошел. Потоп, 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 потоп. Спокойно, спокойно. Мы здесь озеро построили, поэтому... Пока ничего не делаем. Затапливается, да, у нас линии. Ну ладно. Так, хорошо. Поезд у нас теперь, по идее, должен работать. У нас здесь есть водоснабжение. Мы сможем даже построить кое-какие парки. Прямо рядом с ним. Давайте парк для выгула собак, наверное, сделаем. Сюда вот чиполь. Вот так вот. Отличненько. И можно всякие магазинчики построить тоже. И вот такие вот тоже магазинчики. Деловые зоны нужно еще поставить, я в курсе. Это очень важно. Так, и можно еще... Что-то у нас, если честно, у нас такой город плотно становится. Ну, в принципе, нормально. Пойдет. Для сельской местности, как я люблю говорить, да? Вот такой вот у нас городишко будет. Угу. Короче, делаем здесь коммерческие зоны. Сейчас посмотрим, что из этого получится.
Так, здесь у нас не хватает рабочих сил, недостаточно образованных рабочих, работников. Средняя школа, так, высшая школа, простая школа нам нужна, да, и... Хорошо. А многие пишут, что если тебе нужны безобразованные ребята, не строй школы средней. В смысле не строй школу средней? Ты имеешь в виду, что мужики рабочие, они среднюю школу даже не закончили, старшую школу. Безобразованные ребята, они не закончили и университет, если ты имеешь в виду так. То есть, слово безобразование, это не означает, что он вообще даже читать, писать не умеет. Если ты не знал, что средняя школа, старшая школа, она предназначена для того, чтобы человек научился читать, мыслить, писать, хоть как-то математику понимал и прочее. Так что и надо. И этот человек, который мне написал этот совет, дебил у меня назвал. Ну, конечно, он же ушел в банчик, конечно же, но... Просто концепцию школы почитай, что такое школа вообще. А потом уже пиши, мой хороший хитеречек. Так, мы еще, наверное, одну школу построим. Давайте ее прямо вот возле вокзала и поставим. Тем более там у нас пока что ничего не построилось. Поэтому нам надо старшую школу строить. Ты это мужикам скажи, которые на заводах работают. Я думаю, они тебя научат школу. Они тебя такое потом научат. Хитеречек ты мой. Так, ладненько. Депо вертолетов. Так, полицейские вертолетов мы с вами строить не будем. Давайте сначала разберемся со школой. По идее нам, блин, меня вот знаете, что бесит вот в этих проекциях, в том, что то, что трудно. Ладно, давайте сюда еще поставим школу одну. тысяч, они хоть у нас пополняются. Да, у нас, видите, смотрите, уже 1000 человек. Нам еще надо строить. Короче, очень много школ надо строить. Блин, это жестко. Это жестко, ребят. Я даже не знаю, куда их сувать-то, эти школы. Место уже занято. Между... Вот сюда еще одну школу сунем. Твою налево. Что делается-то, а? Так, и младшую школу тоже, да? Начальную школу надо построить сюда. Так, ладно. Одну школочку сюда построим. Одну построим вот сюда. Одну построим вот сюда. Жесть! Еще одну тогда строить надо. Ну, индикатор, давай. Одну сюда. Одну сюда. Рима, строитель школьников. И одну сюда прям. Ничего, не переживайте. Сейчас мы еще построим вот здесь вот дополнительные дома. И все будет чики-поки. Блин, вот эти вот монорельсовые, если честно, они мне не нравятся. Вот эта вот тема монорельсовая. Мне пришлось полгорода, ёпта, снести, чтобы поставить эти монорельсы. Так. Символ промышленности. Нет. Не то, стадион нафиг нам не нужен пока что, он нам не нужен вообще. Городской парк. Ну, можно, в принципе, городской парк сюда поставить. Вот сюда давайте городской парк поставим. Фух. По идее, сейчас должно все это дело подорожать. Да, и так как у нас здесь деловая зона, в прошлой серии вроде бы мы с вами поставили, мы можем построить еще одно большое здание. Вот прям на берег. На берегу моря. Смотрите, ребят, какая красота, а? На берегу, вернее, реки. Мы построили это дело. Так, и нам надо еще... Давайте еще деловые зоны поставим сюда. Сейчас они сами, по идее, должны начать строиться, да? Так, здесь у нас деловая зона, здесь, здесь. Остальное, получается, дома. Дома, 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 дома. Так, здесь у нас магазинчики, всякие центры и прочее. Вот так вот. Все. Отлично.
Так, с доходом у нас вроде бы все отлично. Выплатить сейчас. Выплатили все почти кредиты. Остался последний, 193 тысячи. Бакаренских нужно. И давайте вернемся к нашей новой... к нашему, вернее, вокзалу. Где он там? Где он там? Вот он. Смотри, ребят, как все это дело застроилось у нас. Новый вокзал. 189 человек пользуются этим вокзалом. У нас пока что связь с внешним миром, ну, ничего страшного. Потом сделаем еще какие-нибудь... когда у нас большой город будет, мы будем уже понимать, куда лучше ставить другие вокзалы и их соединять, да? Смотрите, вот как все это дело едет, едет, едет. Посмотрим, сколько там пассажиров. 203 пассажира, ребята, из 240. Ух, сколько народу-то приехало к нам. В наш город. Кстати, имеет смысл такси еще построить сюда. Я еще такси ни разу не ставил. Ну, давайте. Место здания-то вот сюда таксистов поставим. Шумно, шумно. Я понимаю, что очень шумно, но ничего страшного. Да, и нужно еще автобусные маршруты ставить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Если что, наши просто жители будут с пересадками садиться. Все отлично. Мы сделали это. Мы это сделали. Все, поехали автобусы. Автобусное депо, я надеюсь, нам еще хватает. Ну, не нужно дополнительно строить. Да, и пора, по всей видимости, скоро заняться еще метро. Да, у нас еще, кстати, вот эти вот шишняги появились. Так, депо дирижаблей. Ну, в общем, как это делается? Остановка дирижабля. Ставишь остановку здесь, ставишь остановку там. И между ними прокладываешь этот маршрут. Путь дирижаблей. Путь дирижаблей мы с вами сделаем. Блин, здесь депо дирижаблей. Мы можем сделать вот такой путь еще дирижаблей. Вот так вот, смотрите. И здесь поставить еще одну остановку дирижаблей. Например. Например, дорогие друзья, вот сюда. Что-то им прям не понравилось, то, что я здесь построил дирижабли. Так, хорошо. Так, это у нас депо. Депо нам не нужен. Мы просто сделаем новый путь. Да что тут? Не могу попасть-то. Добавить остановку. Я добавил, да, надеюсь? Добавить остановку. Пусть он по кругам. Невозможно найти путь. А, вот она что. Подожди. Я реально что-то неправильно сделал, да? А, вот она что. Вот сюда надо путь сделать, смотрите. Так, один путь такой. Один путь такой будет. Все, сейчас будет путь, смотрите. Один. Удалить сначала. Создаем новый маршрут. Один. Два. Вот ты прекрасно, смотри, пошла, пошла мазута. Три. Четыре. Ух, как всем понравилось-то. Кстати, нам следует сюда еще куда-нибудь в центр города поставить, да, еще один путь. И 5. Все, сейчас из депо будут выходить новые дирижабли. Кстати, эти шняги, монорельца. А где у нас дирижабли-то, подождите. А, вот они. Так, маршрут дирижабли, так, второй. Сколько там, 2 техники всего лишь, да? Сделаем синего цвета. Сейчас они, видите, ребят, перекрасив синий цвет. Все, поехали из депо дирижаблей служить нашей партии. Смотрите, какая красота. Их, просто красотища. С рекламами всякими, да?
Вот этот город, да? Зачем игры про войну, когда можно строить, когда можно играть в игры про строительство, да? А потом поиграть в игры про войну и все это дело уничтожит. Золотая цитата Римуса. Так, здесь у нас вроде бы потоп закончился. Убираем все это дело. Смотрите, у нас какое озеро прям, да? Прям пресная вода здесь находится. Ух, все как прям работает хорошо. Меня аж прям глаза радуются, когда у меня все это дело получается. Ну-ка давайте посмотрим состояние сжигания отходов. Мне не радует это дело, поэтому строим еще одно состояние сжигания отходов. Кстати, видите, вот у нас теперь показывает прям точно, загрязняться типа будет вокруг всего этого дела и прочее. Так, да, я поставил еще водяной резервуар. Не переживайте то, что здесь у нас загрязнение, ничего страшного. Резервуары, они у нас запечатаны, закрыты, и вода... В воду не поступают вот эти вот грязные вещества, да? Я еще хотел... Университета нет, университета не надо. Все-таки школу надо. Среднюю школу еще одну надо хотя бы построить. Не хватает, ребята, у нас школ. Вы скажете, здесь не надо строить школу. Я скажу, нет, надо. Школы тут надо строить. Во, вот сюда вот построим. Прямо в деревне. Римас, в школу не надо. Это же без образования. Ой, опять хитюречек. Что там за кукарекал? Я хочу компенсировать просто. Это место? Компенсировал, ёптать. Ладно, хорошо. Не надо. Вот так вот сделаем. Все. Что у нас тут с водой? Отопление. Все нормально, отлично. Компенсировал ремонтёнок. Построив тоннель за огромные, невероятные бабки. За ваши деньги, ребята. За ваши налоги. Голосуйте за Римаса. Римас лучший мэр на свете. О, музыка какая прикольная пошла. Слышите, да? Это лучшая музыка. Так, нам надо как-то соединить вот эти две хрени на всякий случай. Я, может быть, возможно, оно не требуется, но я думаю, если будут какие-то молнии, то мы будем знать зато. Так, все, мы соединили. Смотри, вдоль дороги у нас идет электропередача, электромагистрали. И они, по идее, должны заработать, да. А по индикаторам мы видим то, что нам требуются коммерческие центры, либо промышленные или деловые центры, да? Зоны, вернее. Эти зоны мы будем продолжать строить. Промышленные зоны. Вот, по поводу промышленных зон. У нас есть руда, горнорудная, да, промышленность. У нас есть нефтяная промышленность, которая вот прям отлично работает. Смотрите, прям как мы точно практически сделали. У нас есть лесопилки. Вот здесь вот. Polar Park называется этот регион. Мы, в принципе, у нас даже есть сельское хозяйство, дорогие друзья. Где тоже ездят тракторы. Мы здесь мясо, молоко, в общем, все, что связано с пищевой продукцией, промышленностью. Мы все производим, поэтому нам надо больше, мне кажется, деловых зон. Деловые зоны вот здесь находятся. Но... Я думаю, придется еще в некоторых местах, в определенных местах нашего города построить еще кое-какие деловые зоны. Вот здесь, например, здесь. Так. Я не знаю, куда идти расширяться-то дальше. У нас город реально большой стал. Вот если только вот в эту сторону, да? Что-то у нас такой город плотный стал, друзья. Давайте здесь деловую зону построим. А здесь построим жилые зоны с высокой плотностью. Ух, какая музыка, а? Вот после этой музыки прям хочется поиграть в Европу Universalis, четвертая часть. Я все-таки решил сюда построить еще некоторые деловые зоны. Так,
А нам хватает? Да, хватает, нормально. Да, и нам придется еще берег построить. И да, я вспомнил же, мы же можем еще построить, купить, вернее, новые районы. Давайте возьмем вот этот район. Ух, вместе с городом растет и наша промышленность. Надеюсь, что учитывает чего? Что учитывает при разграничении районов. Прикольно. Только, говорит, видел преступник, что там было написано. Так, ладно, хорошо. Нам придется потом этот берег очистить. Многие ребята говорят, что сделай так, чтобы сливалась свежая вода. Это якобы типа помогает очищать эти места. Ну давайте посмотрим слив свежей воды. Поставим сюда одну, сюда одну. Это чисто экспериментальная версия, друзья. Мы будем здесь сливать свежую воду. Посмотрим. Вот, пошел слив свежей воды. И это типа будет очищать. Не знаю, правильно это, неправильно. Кстати, в игре City Skylines учитываются все эти физические моменты. Когда, например, ты где-то воду добываешь, потом ее сливаешь в море. По какой-то причине со временем уровень моря будет потихонечку подниматься. Вот так вот. Ну, понятно, море. Как это так? Это же море. Ну вот, в игре именно такое есть. Так что будьте бдительны в этом плане. Тем более здесь у нас, кстати, еще сливается свежая вода. Но я бы не видел. Вот смотрите, здесь у нас сливается свежая вода. Я не вижу, что здесь все очищается. Здесь очищается. То есть она как-то отгоняет все это дело. Ладно, потом разберемся. Ну что ж, друзья, я думаю, в следующей серии у нас будет более интересные моменты. В следующей серии мы с вами будем все-таки я вам обещал в этой серии сделать метро. Я пока еще не вижу смысла ставить метро, потому что у нас полный бардак в городе. Нам надо немного перестройку сделать. Не переживайте, 90-е не вернутся. А именно, ну не знаю. Ну а что так, смотрите, у нас ровненько все хорошо, красивенько становится, да, смотрите. Правда, эти вот, блин, монорельсовые шняги, зачем они нужны? Метро намного выгодней. И намного, и они даже не беспокоят вообще никого. Это же обалденно. Зачем монорельсовые шняги стоят? Ладно, а, да, и если вы не видели, я еще поставил большие убежища. Я не знаю, это я делал в прошлой серии или позапрошлой серии, если честно, я уже не помню. Эти убежища поставил вот так вот, смотрите. Первая, вторая, третья, здесь три штуки и здесь три штуки. Одна маленькая, две большие, здесь у нас три больших. И, конечно, им поставил еще маршруты. Нам надо, кстати, еще одно убежище поставить вот сюда вот куда-нибудь. Чипуль и сделать тоже так же маршрут. Как это делается? Все просто элементарно. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11. Давайте сюда еще поставим. Завершаем. Вот так вот. Все. Вот такой вот у нас теперь маршрут эвакуации. Это при том случае, если будут кое-какие там землетрясения, катаклизмы, метеорит будет падать. Лесные пожары, цунами, торнадо, ураганы. В общем, вы меня понимаете, да? Вот именно это дело будет происходить. И мы сможем нажать на эту кнопочку. Алярм! Алярм! И все, короче, будут под алярм выходить. Кстати, матч-то поставили мы? Да, у нас матч стоит, охват. У нас две матча стоят. Охват хороший, и все могут услышать. То есть, будет сигнал. Типа, алярм, авиаудар, алярм, и все будут заходить в убежище. Вот как-то так. Ну, в это время у вас будет очень-очень много денег уходить, да? Кстати, выплатим кредиты. Всем пока. Музыка, кстати, обалденная, да? Ух. Ладно, ребят, всем удачи.